В поселке Берегчуль Аскильского района подтоплены огороды и хозяйственные постройки. Все дело в том, что разлилась местная река Юю. Причина, как и в других населенных пунктах, где сегодня борется с наледью, перемерзание русла. Эти кадры нам прислали местные жители. Они самостоятельно при помощи трактора пытаются расчистить русло. А местные власти, по словам людей, уже неделю не предпринимают никаких мер. Как нам пояснили в поселковом совете, в ближайшее время в Берегчуле ждут технику из Аскиза, чтобы отвезти воду.